и растягиваем его посередине и по бокам, справа и слева. Листик нагрелся, теперь растягиваем. То же самое делаем с этой стороны. Вот такая форма получается и здесь. И немножко еще сделаем здесь загиб, обработаем этот край. Поступаем со всеми остальными лепестками. Нагреваем изолон. И растягиваем посередине. С этой стороны. И еще один раз здесь. Хотя, в принципе, уже достаточно красиво получилось и так. Здесь можем просто сделать волнистым край. Вот так. Стараемся, чтобы не оставались пальцы. Три маленьких лепестка готово. Теперь то же самое делаем с большими. Выемка посередине, задней части это выглядит вот так. И то же самое с правой и с левой стороны. Так. Вот такой получился большой лист. Их тоже будет три. Теперь дело за малым. Приклеиваем тычинки и лепестки. Прикладываем тычинку к серединке. Смотрим, как ее приклеить, выше или ниже. Потом наносим клей и приклеиваем. А сверху закрываем проволоку еще одним листиком. Нанесла клей. Вкладываю проволоку и листик. Листик клею вот так, чтобы он не до конца. Теперь прижимаю проволоку листиком и приклеиваю. Также клею вторую тычинку. Прикладываю листик и заклеиваю проволоку. Клеили тычинки, их можно поправлять в разные стороны. У меня их будет 4, хотя, конечно, можно делать больше, но я остановлюсь на таком варианте. Теперь начинаем приклеивать лепестки верхнего ряда. 3 штуки самых маленьких лепестков.
чтобы лепестки не провисали. То есть, если мы нанесем немножко клея только на уголок и приклеим, они будут, есть вариант, что будут вот так вот провисать. И в то же время, если мы нанесем много клея и приклеим так, то цветок будет закрытый. То есть нам нужен какой-то средний оптимальный вариант. Я предлагаю такой. Сначала склеить лепесток вот здесь, в этом месте. Это придаст ему объем. Наношу вот так вот клей и склеиваю. Сейчас, минутку. И затем наношу клей вот сюда, на ребро лепестка. Вот так вот. И приклеиваю уже непосредственно вот эту часть. Вот так. Сюда и сюда. Нужно хорошо прижать. И как можно дольше подержать, чтобы все приклеилось надежно. Хорошо, так достаточно сильно прижимаем лепесток, чтобы все приклеилось хорошо и надежно. Около минуты, наверное, не меньше нужно подержать. Тем более это изолон 3 миллиметра, он клеится достаточно долго. Ток получился именно такой, как я хотела. То есть он и не провисает, и не закрывает серединку. Приступаем ко второму. Точно таким же образом нанесла клей на уголок лепестка. И теперь склеиваю его посередине вот так. Клея немного. Потому что если вы много заклеите, тогда лепесток будет становиться меньше и тоже некрасиво закрываться. То есть вот здесь наносим немножко клея. Поэтому клей наносим только в это место. Но наносим хорошо и держим долго, чтобы все хорошо закрепилось. Прикладываем лепесток сначала к цветку и смотрим, как лучше его расположить. Только после этого наносим клей и приклеиваем. Клей наносим, покажу еще раз, вот сюда. Нанесла клей и приклеиваю. Красиво. Смотрю, куда больше всего подойдет. Хорошо придавливаю и держу. Точно так же, как и с первым. Вот так выглядит лепесток, его задняя часть. То есть благодаря такой технике приклеивания образуются такие складочки. И сейчас приклеим третий лепесток. Вот так выглядит первый ряд из трех лепестков. Теперь клеим три больших лепестка, которые образуют второй ряд, нижние. Еще раз обращу ваше внимание, с нижним рядом то же самое. Если вы наносите клея не очень много и приклеиваете сюда, то лепесток, хотя это изолон 3 миллиметра, достаточно толстый, он будет провисать. Надеюсь, видно в камеру. Вот так. Если вы наносите клея много и клеите сюда, то в принципе провисать он не будет, будет держаться лучше, но я точно так же нанесла клей и теперь прикладываю туда, куда мне нужно. Вот